Большинством голосов проект бюджета Ульяновска на ближайшие 3 года участники публичных слушаний приняли. С параметрами главного финансового документа города его жителям удалось ознакомиться накануне. Согласно проекту, доходы на ближайшие 3 года составят 9,3 миллиарда рублей, расходная часть – 9,7 миллиарда. Более 400 миллионов налогов мы в 2019 году наработаем больше по отношению к 2018 году. Мы сегодня вновь подтверждаем сумму и цифру, о чем нам всегда население просит. Это решение исполнения судов. Мы 100 миллионов в этом году оставляем. Львиная доля бюджета, а это 68% или 6 миллиардов 625 миллионов рублей, пойдут на развитие социальной сферы. За счет этих средств, к примеру, планируется модернизировать объекты спортивной отрасли, продолжить работу по ремонту и строительству детских садов и школ. Мы завершили процесс замены пластиковых окон в школах. И как раз благодаря принятию этого бюджета данный процесс завершится еще и в дошкольных образовательных учреждениях. Конечно, один из посылов, который депутаты обсуждали предварительно уже, это улучшение качества работы с проектно-сметной документацией. Ранее в октябре проект бюджета дали на суд общественникам. С документом подробно ознакомились 6 профильных комиссий городской общественной палаты. Рассмотрели его и на уровне районных советов. Помимо плюсов, среди которых социальный и программный характер бюджета, народные активисты выделили минусы. Одно из замечаний касалось социальных льгот. Там примерно на социальные льготы уходит 430 миллионов рублей. Это, казалось бы, колоссальная сумма денег. Но в связи с тем, что повышен сегодня прожиточный минимум, то за чертой сегодня есть категория людей, которые могут остаться нуждающихся. Также под сомнение общественники поставили работу организаций, оказывающих платные услуги. К сожалению, эти платные услуги не всегда куда-то они у нас по назначению идут, поэтому была у нас проверка, мы сделали очень серьезное замечание, мы их попросили, что эти платные услуги надо развивать и вообще расширять спектр этих услуг в дальнейшем. Особенно у нас сложно обстоят дело, это оказание медицинских услуг в городе Ульяновске. Поэтому Ульяновская общественная палата во время публичных слушаний выступила с предложением создать при региональном министерстве здравоохранения специальный так называемый институт контроля, курирующий деятельность таких структур. 28 ноября финансовый документ в первом чтении должны рассмотреть депутаты городской думы. Окончательно принять бюджет Ульяновска на следующий год планируют 14 декабря. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.